хто мацней на шахматнай дошцы, штучны інтэлект ці вопыт гросмайстера. Партыю бліц беларускім шахматным робатам Настасі ўпершыню згуляла зорны госць фестывалю 15-та чэмпіёнка свету па шахматах Марыя Музучук. Пачатак гульні – лідзіручая пазіцыя ў робата, але мат усё ж такі завядомай шахматысткай. Я занимаюсь шахматами с 2 лет. Мои родители – заслуженные тренера Украины. Они меня, конечно же, научили играть в шахматы, но это была их идея, чтобы я была шахматистка. Каралі каралевы безумоўна пешкі. Барыс Брук сябруе з гэтым інтэлектуальным відам спорту на працягу не аднаго дзесяцігоддзя. Нават з'яўляецца кіраўніком шахматнага гуртка ў інстытуце 3-га ўзросту Брэста. Шахматы – это, прежде всего, видение перспективы. Сегодня шахматы дают возможность мыслить человеку не в узком каком-то плане, а в плане широком, глобальном. Класічныя шахматы, рапід, бліц, паддаўкі, а таксама нефарматныя турніры па шашках, шведкам, чапаю і сёлетная навінка – гульня ў шахматы на вобмацак. Акрамя гэтага фестывальную афішу ўключаны турніры па спідкубінгу, армрэслінгу, глядзелкам, гульня камень-ножніцы-паперы, шахматны квіз. Шахматы в стране набирают высокую популярность, и в 2022 году Белорусская Федерация проведет в Минске Всемирную шахматную олимпиаду. И в преддверии этого события в регионах шахматы также на подъеме. Ну и наша черная пешка уже 3-й год собирает все больше и больше людей. На міжнародны фестываль «Чорная пешка» прыехала звыш 1000 шахматыстаў з 18 краін свету. Узрост ад 4 до 83 гадоў. Я уже не сомневаюсь, что этот фестиваль будет ежегодным, и очень-очень-очень долго будет продолжаться. Что касается, собственно, формата, он уникален для Беларуси, потому что это вариант государственно-частного партнерства, я считаю так, потому что и коммерческая составляющая есть здесь, и спортивная составляющая. Я очень доволен, что такие мероприятия проводятся именно в нашем городе Бресте. Дарэчы, менавіта старшыня брэсцкага гарвыканкама Аляксандр Рагачук зрабіў першы ход на фестывалі і тым самым адкрыў яго, затым у гульню ўключыліся і іншыя. Мам 12 гадоў. Мне 12 гадоў, ужо 5 займаюся шахматамі. Удзельнічаў у чэмпіянаце Еўропы па гэтым відзе спорту, на чэмпіянатах Славакіі, тут упершыню. Трэці раз прынімаю ўдзел у соревнованиях, дзе-то былі взлёты, дзе-то падзенне, но в цэлым, как бы, едуць не всегда за результатам, то есть хочацца і аддахнуць. Я занимаюсь шахматами 4 года. В них очень интересно, когда у соперника все мало времени, когда тебе нужно быстро сообразить ход, чтобы выиграть и занять какое-то призовое место. 23 турніры, больш за 15 тысяч парты. Той, хто вядзе чорную пешку ў ранг ферзя, атрымае спецыяльны прыз. Ганна Буйкевіч, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».